Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот, наконец-то выросли мои голубые фавориты с пекинскими в перемешку. Действительно, за 2 месяца достигли веса больше 3 килограмм. Тушка где-то около 2 килограмм. Да, в содержании они реально очень неприхотливые. Ни жары для них нет, ни холода, ничего не боятся. В кормежке тоже неприхотливые, едят все подряд. Единственный недостаток, я так понимаю, может, возможно, из-за того, что кормились они не на каких-то там прудах с этим самым, с водяными растениями, а на, в основном на дерти, очень сольные. С одной тушки где-то больше, чем 0,5 литра жира получается, а тушка около 2 килограмм. Ну, соответственно, сказать, что голубые вот эти, которые фавориты, были намного менее сольными, я бы не сказал. Особой разницы незаметно. Что пекинки эти, что фавориты, все где-то, ну, одинаковые. Возможно, я же говорю, возможно, это из-за того, что рацион был, не был там составлен из каких-то, я не знаю. Ну, а как еще уток кормить? В общем, отмечу, сразу скажу честно, если кто-то думает, что он покупает фаворита пекинского, покупает какое-то диетическое мясо, сильно заблуждается, мое мнение. Я же говорю, как резали, как пекинок, как и тех, жира много. Но про то, очень быстро растут, неприхотливые. В зимой можно держать, ни мороза не бояться, ни жары, ни мороза. Видите, уточки такие прикольные получаются. Компактные такие, красивые. И главное, достоинство, и не орут особо. Дал, не дал жрать. Они спокойно себя ведут. Траву какую-то там даже вытаптывают. Может, не едят, только вытаптывают. Но факт в том, что за 2 месяца набрали свой вес. Все, как обещало описание породы, все-таки произошло. Ну, так вот. Такой маленький эксперимент с утками. За 2 месяца вполне можно получить тушку 2-килограммовую. При этом затрачено было из кормов 2 мешка было комбикорма куплено. Еще, наверное, мешка 2 дерти потом сожрали. В принципе, сказать, чтобы там очень уж много ели. Ну, их было немного, тут уже вырезали половину, в принципе. Вот штук 20. Ну, так вот. Если есть желание получить уточку, то я думаю, вполне нормальный вариант. 2 месяца и готовая к употреблению дичь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.